Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Девушка отказалась от свадьбы из-за своей внешности. Сегодня ее не узнать. Дженнифер Гингли скрывала боль за вынужденной улыбкой. Она была влюблена в своего парня Люка, с которым они были вместе на протяжении 11 лет. Но когда он сделал ей предложение выйти за него замуж, она попросила подождать, потому как ее внешность не позволяла пойти на этот шаг. По словам 26-летней девушки, проблемы с лишним весом появились еще в подростковом возрасте, но к концу окончания школы ее вес увеличился до 120 кг. Она не могла себе представить, как в таком виде пойдет к алтарю, не говоря уже о том, чтобы фотографироваться для свадебного альбома. Поэтому Дженнифер поставила перед собой цель и пообещала Люку, что выйдет за него замуж только после того, как похудеет. Глядя на себя в зеркало, девушка рыдала и задавала себе вопрос, как она смогла допустить такое состояние. Спустя некоторое время девушка вступила в команду, помогающую людям бороться с лишним весом. По словам Гингли, она перепробовала множество диет, но ни одна из них не помогла достичь желаемого результата. И вот, наконец, она увидела первый изменения в лучшую сторону, потому как находилась под чутким руководством тренеров и следила за своим питанием. За один год она потеряла 57 килограмм, что почти вдвое меньше ее первоначального веса. Несомненно, она стала неузнаваемой, здоровой и, конечно же, счастливой. Видя результаты Дженнифер, ее мать и сестра также решили вступить в команду и смогли похудеть на 45 килограмм. На фотографиях до и после внешний вид девушки действительно шокирует. Кажется, будто это совершенно два разных человека. Кроме того, за участие в программе похудения и за отличный результат она удостоилась награды. Наконец-то она была готова выйти замуж за любимого парня. А Люк, в свою очередь, дождался, как и просила Дженнифер, и еще раз задал свой вопрос. И, конечно же, она ответила долгожданное «да». Девушка до сих пор держит себя в форме, проводит достаточное время в спортзале и не собирается останавливаться на достигнутом. Согласитесь, у девушки явно железная сила воли. А что по этому поводу можете сказать вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.